личного учебного центра для проведения молодого пополнения к военной присяге построен начальник штаба подполковник Бельских. Здравствуйте, товарищи! Присяга – короткое и емкое слово. С него начинается воинская служба и взрослая жизнь вчерашних мальчишек. Торжественная церемония принятия присяги состоялась в учебном центре железнодорожных войск в Загорянке. В строю застыли, при оружии, по команде смирно молодые солдаты. На них смотрят не только их командиры. Сегодня на них смотрят их матери и отцы, братья и сестры, их друзья и, конечно же, любимые девушки. Чувство волнения передается всем, когда проплывает по плацу боевое знамя. Клянусь свято соблюдать Конституцию Российской Федерации, строго выполнять требования воинских устав, приказы командиров и начальников, клянусь достойно исполнять воинский долг, мужество защищать свободу, независимость и конституционный строй России. В учебном центре железнодорожных войск готовят специалистов по 10 специальностям. Машинистов-агрегатов для забивания свай, радиотелеграфистов, машинистов железнодорожных и автомобильных кранов. Каждый день здесь расписан по минутам, которые складываются в учебные часы. Курсантам предстоит 4 месяца постигать новую для них науку – военное дело. Напутствие им сегодня дают не только командиры, но и гости, представляющие руководство муниципалитетов, пославших юношей в армию. Разрешите мне сегодня от имени администрации Щелковского муниципального района поздравить вас с этим знаменательным днем вашей жизни, приведением к военной присяге молодого пополнения учебного центра железнодорожных войск. Здесь, в учебном центре железнодорожных войск, традиционно начинают свою солдатскую службу многие щелковцы. И этот год не исключение. Более 10 наших земляков призваны и начинают свою воинскую биографию вот с этого строя, в котором они принимают присягу. А кому-то и совсем повезло служить неподалеку от дома. Я чувствую гордость за то, что я служу в родном поселке. Это очень большая честь. Своего внука приехал поздравить с принятием присяги его дед, офицер в отставке. Видимо, чтобы снять напряжение минуты и некоторое волнение, он не может не шутить. Самое главное, что дед дожил до того времени, когда внука призвали в армию. Уже хорошо. Сегодня здесь, в учебном центре железнодорожных войск, присягу приняли более 600 молодых людей, ставших на защиту Родины. Ежегодно центр выпускает около 1500 специалистов. Они служат по всей стране, от Санкт-Петербурга до Комсомольска-на-Амуре. Андрей Цеханович, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».